даже закалы мана парса ТВ. Бывак даже закалы мана парса ТВ хаца чешища. Здравствуйте, друзья! Где бы вы ни находились, песня 21 вас приветствует. Концепция песни 21 заключена в том, что один раз я пою одну и ту же песню. Нет, одну песню и больше ее не повторяю. Итак, я увижу, уже кое-кто есть. Это Елена Пинчук. Не только. Решат Гатаулин, да. Симон Марина. Привет, друзья. Да, да, друзья. Болгария с нами. Алекс Лисов. Есть. Яла Бойченко, Дмитрий Георгиевский, Татьяна Шашкова. Шашкова. Я надеюсь, что у нее все в порядке со здоровьем. Вот, я надеюсь, что у всех у нас в порядке со здоровьем, а у кого не порядок, давайте его немедленно поправлять. Ольга Итак, Яковлева. Ольга Яковлева, привет. Еще один день, еще один раз крутанулись мы на этой карусельке замечательной под названием «Земля». Где-то приблизительно со скоростью 2000 км в час катаются на этой карусельке те, кто живет на экваторе. Ну, мы где-то 1000 километров за час пролетаем. А те, кто на северном или южном полюсе, стоят на месте. Но зато они вращаются вместе с нами вокруг замечательной планеты, вокруг замечательной звезды по имени Солнце. Это такой был ракурс или экскурс. Ну, в общем, ракурс, экскурс. Болтовня. Болтовня. Очень хочется всем всего сказать. Витя Николаев, Хайфа с нами. Ага. Израиль с нами. Слава Балясников, Люда Ященко. Людочка, привет. Максим Винявский. Дмитрий Георгиевский поет с кокардой в голове. Ай-яй-яй-яй. Ой, хорошо, мы подпеваем. Кстати, можете подпевать. Песня не тяжелая сегодня будет. Вот. Что ей хочется, главное, мысль, которая... Беларусь. Беларусь с нами. Так, здравствуй, Беларусь. Хочется сказать, что самое главное, что беспокоит на сегодняшний день, что где-то в году 63-м или 62-м умники придумали водородную бомбу. Начали ее испытывать, вот, шандарахнули, а пошла цепная реакция. То есть стал загораться, вступать в термоядерную реакцию не только водород, который был заряжен в бомбу, ну и атмосферный водород, то есть до всемирной катастрофы, нас от всемирной катастрофы, когда бы все погибло живое, отделяло чудо. Потом пришли к Хрущеву, Хрущев сказал, что там такое у вас было, посчитайте, может ли быть цепная реакция. Они посчитали, сказали, что это была цепная реакция. Вот. Я о чем? О том, что умники придумывают замечательные вещи, придумывают термоядерные реакции, и ученые, да? И потом это все оказывается в руках у людей иногда неадекватных, тупых, глупых и больных. И вот сейчас все-таки у меня главная мысль, я беспокоюсь за то, что произойдет с нашей планетой, и призываю вас беспокоиться об этом, потому что Мне кажется, даже уверен, что кнопка тревожная, ядерная кнопка, находится у людей не совсем адекватных. Это было мое вступление. А песня будет о любви. Песню мне подарил 2005 год, по-моему, да? Да. Юлия Амбарникова присоединилась в Чикаго. Лариса, да. Картузова из Киева. Угу. Так что у нас международный мир. Международный собор вокруг песни, песни 21 «Звериное начало». Песня исполняется только один раз. Я, когда все песни свои спою, так песню 21 мы завершим программу. А пока я не добрался по списку еще до середины того, что я понаписал для вас, дорогие мои любимые, для вас, с вами, во имя вас. Вот, значит, песню мне подарил 2005 год. 2005 год, то есть такой нулевой. Все, вроде много наговорил. Если все слышно, понятно, сигнализируйте. Вот женщина по городу прошла и волосы поправила рукой, жестом опасно похожим на твой. Мое звериное начало поднимает по ночам и ловит запахи и звуки
салют к ведомым лучам. Оно гудит, свинит и стонет, оно беседует с луной. Оно ужасно, не согласно, нет, не согласно, что ты не со мной. Я объясню, что ты плохая, что все закончено уже, что я давно тебя не знаю и не желаю знать вообще. Мое звериное начало возражает, это бред. Оно ужасно, не согласно, не согласна, нет, нет, нет. Вот женщина по городу прошла и волосы поправила рукой. Жестом опасно похожи на твой. Жестом опасно похожи на твой. Суета, суета. Не та. А я почистил свой компьютер, порвал все фото и тетрадь. Решил во что бы то ни стало, не вспоминать. Но это лето, эти травы, эти листья, снег и лед. Мое звериное начало ассоциации найдет. Ассоциируется Невский, у Крестовский и Большой, и стук колес, и блеск витрины, как где было хорошо. И эта музыка, и песня, и барабанщик, и басист, и даже строчка на бумаге, и даже белый-белый лист. Вот женщина по городу прошла и волосы поправила рукой. Жестом опасно похожим на твой. Жестом опасно похожим на твой. Суета, суета. Не та. Мое звериное начало либо водкой не зальешь, не заколешь, не закуришь, не задуришь, не убьешь. Так наркоманы ищут дозу, так ждет растение дождя. Мое звериное начало упорно требует тебя. Мое звериное начало поднимает по ночам и ловит запахи и звуки, ловит здесь и ловит там. Оно гудит, звенит и стонет, оно беседует с луной. Оно ужасно не согласно, что ты не рядом, не со мной. Вот женщина по городу прошла и волосы поправила рукой. Жестом опасно похожим на твой. Спасибо, слышу ваши бурные аплодисменты. Присоединились к нам Полина Башинова из Вильнюса, Сергей Пенчук, Мариуполь. Да. Светлана Ефремова, США, Геннадий Деменский, Вадим Гена, Бурный. Привет. Привет. Лариса Картузова, спасибо, привет, Лариса. За позитив, пишет. Владимир Гнатько, Михаил Класс. Дякую. Все классы поставили, все молодцы. Ну, Израиль нам шлет лайки. Израиль шлет лайки, Тула шлет лайки, Литва шлет лайки. Хорошо, хорошо, что мы собрались. Вообще, спасибо, что вы отзываетесь, благодаря тому, что вы отзываетесь, и продолжается эта программа «Песня 21». Это меня самого подстегивает к тому, чтобы проверить все, что я понаписал. На ходу ведутся поправки текста. Немножко репетирую, немножко готовлюсь к своим двум пятеркам. Жизнь оставляет две пятерки. И это будет 20 декабря в ДК «Газа». Кто будет в Санкт-Петербурге, приглашаю 20 декабря в ДК «Газа». Я немножко повзрослею. Я печальный и радостный день мы отметим. Итак, что в ближайшее время нас еще ждет? У нас 10 еще... ноября концерт у художников. Кто в Питере, добро пожаловать. В мастерской художника будет, да. Зубова. Ну, вот такой день сегодня выдался. Сегодня у меня, честно говоря, накрылась работа в студии. Я понял, что есть свободное время. Я думаю, дай-ка я соберу своих друзей по всему земному шару на 5 минут, чтобы спеть им хорошую песню. Оператор эфира... Диана Ретинская. Не Диана Ретинская. Диана Ретинская нас слушает. Оператор эфира Елена Пинчук. Вот, Диана Ретинская, привет. Вот. Ну, вот и все, наверное. Делайте перепосты этого эфира, если вам понравилось. И будет еще просьба. Когда я ставлю анонсы, мы ставим с Леной анонс, вы
можете его раз к себе на страничку чпок перепостить, а потом, когда, чтобы собрал, чтобы кворум у нас был, а потом, когда пройдет передачка, раз, анонс можно и убрать со странички, чтобы он нам, вам и нам не мешал. Вот такая технология. Лен, что еще забыл сказать? Анонсы сказал? Да, да. Берегите, короче, природу, мать нашу. Вот. Действительно, очень большое беспокойство о том, что будет. Не делайте что-нибудь, ударяйте пальцы о пальцы для того, чтобы и детям, и внукам чего-нибудь досталось, и правнукам, пускай жизнь на планете Земля продолжается. И что-то надо этим людям сумасшедшим, у которых кнопка на пальце. Что-то надо с ними делать. Все, обнимашки. Все, всем пока. До будущих эфиров. Пока.